ты какой красавец. Красавец какой. Ой, а вы ДТП совершили, кажется. Мужчина, зачем вы так делаете? Бориса нашего сбили, ребят, смотрите. Я не могу там проехать, меня вот тут окружают. Дайте вот тут, назад. Послушай, вот тот, вот, который стоит, протягивает этот. Вот там покупка жилица. Там нет, вот тот, который человек, посмотри назад. Кто? Он протягивает, он говорит, объедьте вот так, потому что там место вот здесь парковке. Нельзя ездить. Я понимаю, он мне сказал, я там не могу проехать, понимаете? Вот проезжая часть, потому что ехать. Вот, а здесь нельзя. Вот пойдем к нему, подойдем вместе. Я не буду пройти. Почему? Почему ты не хочешь? Вот, вот стоит работник дорожных служб. Я хотел поставить машину. Он говорит, здесь нельзя стоять, вообще. Это заставить нельзя машину. Там можно, там парковки спокойно. Нет, парковка. Вот вон там, вот возле помойной кучи. Я туда не могу попасть, они люк открыли. Или заехал в клад. Я сейчас туда поставлю машину. Зачем? Вот, а? Зачем? Потому что там есть место. Нет, вставайте назад и вон туда. Стоять, 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 стоять. Да вы уже человека сбили, хорош, вы чего? Что делаете? Машину подавите, куда едете, не падайте, не стоят. Нормально. Сейчас я ключи достану и выкину вас. Нормальный такой. Я тут неплохо получил. 999 КХ. Мужчина, я вам подскажу выход. Я вам подскажу выход из сложившейся ситуации. Не нужно сейчас давить людей, вот не нужно, вот серьезно. Вот вы не хотите, у вас своя точка зрения. Вот видите, ребята работают, вот видите, они дорожные рабочие. Я хотел заехать, вот как там машина заезжает. Он говорит, объедь вот так кругом, потому что мы ведем дорожные работы. Так вон же она заезжает. Вот он ее теперь пропустил, значит они закончили. Ну вот назад сдайте и все. И что, и как я и все. В обратную сторону поеду? Развернетесь и поедете нормально. Зачем вы вообще сюда заехали? Там же знак стоит, пешеходная зона, это даже не тротуар, это пешеходная зона. Послушай, я тебе еще раз объясняю. Ну. Я сюда не хотел заезжать, потому что я там, меня там не пропустили. Ну вы камеру вон туда поверните, покажите. Я уже снял, я снял. Вот что там, видите, дорожные работы ведут. А как вы тут собираетесь выехать вообще? Он мне сказал здесь проезжать. Ну вы здесь не проедете, вы видите? Я не знаю, почему он мне сказал, объезжайте кругом. Ну мы вам сейчас говорим, смотрите. А зачем вы его слушаете? Он глупость вам посоветовал. А если он вам скажет кого-то задавить? Послушайте, вот там вот возле мусорной кучи стоит официальная парковка. Вот там стоит порядка 5 машин. Там есть свободные места. Здесь к ней проезда нет, вы знак. Ну я понимаю, что нет проезда, но там меня не пропустили. Ну так вас здесь не пропустите. В другом месте, вас тогда, здесь в другом не пропустят. Месте припаркуйтесь, вон там есть место дальше. Проедьте, припаркуйтесь. Слушай, вот принципиально, вот машина мы поехала. Принципиально вот, вас вон... не пропустим, действительно. Ну я, слушайте, я развернусь, конечно, но просто вы занимаетесь полной ерундой. Полной ерундой, абсолютно, вам делать нечего. Да. Идите работать. Вам есть что делать. Вам есть что делать, да. Да, обязательно. Ходите халявой занимаетесь. Обязательно. Куда развернуться, куда назад, куда? Назад, да, аккуратненько, куда? Назад. Да хорош людей давить, хочу. Вы чего? Вам нормально все говорят. Вы сейчас и прав лишитесь, и свободы, не дай бог. Зачем надо так делать-то? Вам же по-человечески сказали. Все. Да куда вы вообще едете? Да вы еще мне на ногу наедете. Не нужно так делать вообще. Какой-то вообще неадекватный человек. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы помеяться и везде. А вы красавчик вообще. Дай бог вам здоровья и мозгов побольше. Желательно.